вами великого Алла. Это храм Парфенон, храм Афин, мы в центре находимся. Это очень туристическое место. Одновременно с нами сейчас 2500 человек поднимаются. Это храмовый комплекс, да, в честь 12 греческих богов. Уже 47 лет идет реставрация его. И все Афины здесь тоже как на ладони. Здесь вот гора, на которой мы утром поднимались и встречали восход. Да, и вот опять самый центральный храм Парфенон. Ради него все, в принципе, приезжают посмотреть на Афины. Если ты был в Афинах и не был в Акрополе, храм Парфенон, тогда считай, ты не был в Афинах. Вот, у нас была экскурсия с экскурсоводом. Всегда очень интересно, как я рассказываю. Я люблю с экскурсоводом. Вот, и там видно море. Красота на высоте. Все это благодаря Avon, поездку оплачивала на конференцию. Компания Avon в Афинах живет 9 миллионов человек. Николас, por favor. Hacemos una sin lengua afuera, te prometo que te comprometo. Una sin lengua. Venga, va. Porfa, cariño. Vamos a hacer una cosa уже. Abajo ya veremos. Вечером. Ночью домой.